Сейчас ей 50, она заслуженная артистка России и мать двоих детей. И если старший сын родился в браке, то дочь появилась на свет за океаном США. Но девочка ничего не знает о родительнице, которая подарила ее своему нестандартному другу. Об этом и о том, почему же Наташа Королева развелась с Игорем Николаевым, смотрите в нашем видео.